С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. Крупнейшая в мировой истории выставка анатомических рисунков и рукописи Леонардо да Винчи открылась в одной из галерей Букингемского дворца. На экспозиции перед посетителями предстанет обширная коллекция из 87 эскизов и многочисленных записей великого итальянца, так и не опубликованных при его жизни. Несмотря на то, что да Винчи на протяжении столетий был известен как один из крупнейших деятелей искусства и науки Высокого Возрождения, значение его прогрессивных анатомических исследований оставалось практически неизвестным до 20-го столетия. Леонардо с огромным увлечением работал над созданием рисунков и описанием своих наблюдений. Первые записи в зеркальном изображении Леонардо сделал в 80-е годы 15 века и впоследствии ни на день не оставлял это занятие, вплоть до своей смерти в 1519 году в возрасте 67 лет. По словам директора Королевской коллекции произведений искусства Джонатана Марсдена, данная экспозиция посвящена возможностям человеческого тела и объединяет ее с духом Олимпийских игр. Грядущая летняя Олимпиада в Лондоне наряду с 60-летием пребывания на троне королевы Елизаветы II призвана стать одним из главных событий года в стране. Выставка под названием «Леонардо да Винчи» Анатом будет проходить в британской столице до 7 октября. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске новости спорта.